Вот это вот двигатель на Honda Citroen, наиболее распространенный двигатель. Этот двигатель к нам пришел из Литвы, Прибалтики. Сейчас хочу показать его внешнее состояние. Двигатель как пришел, так и мы его еще не разбивали. Вот можете посмотреть, он стоит с коробкой, с навесными. Двигатель продается без навесного, соответственно, все элементы мы будем снимать, такие как гунасос, компрессор кондиционера, катушка зажигания и так далее. В общем, это все, что относится к навесному, при продаже снимается. Коробка механика здесь установлена. Вот такая вот коробка механика, тоже покажу, если кому-то необходимо будет, я видео скину, что вот от данного двигателя у нас есть коробка механика. В общем, такой вот двигатель у нас есть в наличии.